Папу Коля, кому это хлопают? Никите Дмитриевичу Боголюбову. А кто он? Вон самолет, видишь? Вон, смотри. Он летит выше всех. Вижу. Вот этот самолет построил этот город. Это не мне, это дедушке. А ты маленький. Хороший самолет сделал дедушка. Очень хороший. Мне надо к папе Коле. А где твой папа Коля? Простите, он вам должно быть мешает. Ах, это вы и есть, папа Коля. Вы возьмите вашего сына. Он у меня боевой парень. Поют дети в этой стране. А бдительности душа ребенка в самом нежном возрасте изуродована воспитанием. Да, это весьма прискорбно. Меня коробит этот всеобщий фанатизм. В этом есть что-то глубоко чуждое цивилизации. Вам нужна маленькая услуга. Вы готовы заплатить настоящую цену. И вы не смеете обратиться к этим людям, ибо рискуете быть немедленно схваченным за шиворот. Да, это весьма прискорбно. В этой стране невозможно. Прошу. Прошу. Может быть, наши попытки вообще излишни. Может быть, в самом деле стоит прекратить нашу работу? Простите, вы не дали закончить мне фразу. Я говорю, что в этой стране невозможно работать обыкновенными методами. Имейте в виду, что на этом деле вы можете сделать карьеру. Слушаюсь, господин полковник. Или закончить. Итак, к делу. Мне нужен профессор Боголюбов. Что у вас есть? Мало. Чертежи его отданы на хранение в сейф. В служебном окружении Боголюбова я не вижу подходящей кандидатуры. А мой корреспондентский билет открывает мне двери в ложи съездов и фестивалей, на трибуну площадей, но не в частные дома. Я живу за барьером. Что у вас? Не годится. Не годится. Почему с собакой? Он увлечен дрессировкой собак и намерен отправить их к брату на границу. Об этом надо будет подумать. Кто достал вам эти фотографии? Новый человек. Троцкист. Его прошлое у меня в кармане. Он знаком с дочерью профессора по консерватории. Но он, кажется, не очень нравится отцу. Боголюбов уезжает на дачу, врачи запретили ему работать. Это не важно. Такие люди работают везде и в любое время. Так вы говорите, она учится в консерватории.
Подожди, мама. Ну вот, спасибо тебе. Выскочила из головы. Надюша, спать пора. Помнила. Ты что не спишь, полуношница? Вы словно уговорились. Не даете мне спать, да и только. Вот почему ты не спишь? Почему ты не спишь? Вот думаю все. Опять думаешь? Тебе что в Кремле сказали? До осени никакой работы. И не смеешь не слушаться. Разве я работаю? Я же и не работаю. Замечательно. Вы что не спите, полуношники? Это еще что такое? Ну вот и доигралась. Ты что не спишь? Я сплю. Ну, ознакомились с делом? Да-да, сейчас кончаю. Ну и ваше мнение? Дело серьезное, товарищ майор. Ведь они уже дважды пытались похитить чертежи из института. Да, и дважды эта попытка проводилась. Есть основания полагать, что первые две неудачи не обескуражили этих господ. Да, компания отчаянная. Эти господа способны на все и в любое время. Это дело поручается тебе, товарищ Михайлов. Есть, товарищ майор. На днях профессор Боголюбов переезжает на дачу. Что ты думаешь делать? Пойду в отпуск, товарищ майор. То есть как? Полагаю, что придется поселиться рядом с дачей товарища Боголюбова. Правильное решение. А теперь пойдем спать, товарищ. Да? Сегодня переезжаем на дачу. Собирайся быстро, по-военному. А я все с утра готова, только кошку упакую. Да? Говорит майор Петров. Привет. Да, товарищ Михайлов, обязательно сегодня. Вичку? Ну, если хотите, возьмите Вичку. Да, пожалуй, это лучше. Есть, товарищ майор. Немедленно еду. Ты чего надулся, Витенька? Дача, он звонит, когда у нас дача. А он звонит, что есть билет в цирк. И тут и дача. Thank you.
настроение важно. Настроение? А ты приезжай завтра к нам на дачу. Я новую вещь написала. Послушаешь? Обязательно приеду.
Анатолием, провожу его. Хорошо, Надюш, мы поедем без вас. Антракт! Желающие осмотреть двери могут пойти за полицию. Вот. Сюда, умненький мой. Ты сказал, что тебя зовут Витенькой? Витенькой. Ух ты! А вас как? А меня Васей. Дядей Васей. А ты, Витенька, конфеты любишь? Люблю. Андрейка! Вы меня звали? Нет другого Андрейки. А тоже Андрейка? Андрейка. Вот как? А у тебя конфеты для Витеньки есть? Нет. Простите, пожалуйста, но мне бы очень хотелось, чтобы вы рассказали о вашем методе дрессировки. Ух, как важно. А раз ты хочешь стать цирковым артистом? Нет. Я буду либо конструктором, либо пограничником. Это я твердо решил. Слушайте, пожалуйста. Пойдем пешком. Да, Надюша, я не могу тебя проводить. Ровно в 5 мне важно деловое свидание. Деловое ли? Ну что ты, конечно, деловое. Честно? Честно. Ну, давай, до свидания. Завтра ждем тебя на даче. Наш класс обещал послать в подарок одной пограничной заставе 3 овчарок. Товарищи мои уезжают на все лето по горам лазить, а собаки остаются мне на даче. И вот мне бы очень хотелось... А ну, постой, Витенька. Вернемся на минутку. А, гражданин, одну минутку. Позовите, пожалуйста, Андрейку. Андрейку? Какого Андрейку? Ну, у вас тут работает Андрейка. Простите, никакого Андрейки у нас нет. Что позвольте? Пока один стакан чая с лимоном. Будете ждать. Пойдет один стакан чая с лимоном. Получается. Откуда вы знаете мою фамилию? Я вообще вас знаю. Откуда? Это не важно для нашего с вами разговора. Вы меня извините, гражданин, но право мне нечем с вами разговаривать. У вас скверная память, Синтетский. Возможно. Обед будете? Были нашу встречу на даче. На какой даче? Одного, скажем, бывшего общественного деятеля. Давай. Пожалуйста. Какого общественного деятеля? Я говорю про того общественного деятеля, который был расстрелян по первому браку.
позвольте, но вы были тогда военным. Вот это не важно, кем я был. Мой номер 4 бит. Спасибо. Платите сейчас, только спокойно. Значит, я поступаю в ваше распоряжение. Вот это вот мужской разговор. Именно в мое распоряжение. Нас интересует профессор Боголюбов, а у вас нежные отношения с его дочкой. С вас 15-7. Что конкретно мне поручается? Рублей есть адрес. Я жду вас завтра в 10 утра. Пожалуйста. Здравствуйте. Здесь жестче. Вот слушай. Нет, это совсем не то. Да, это действительно не то. А ну-ка, сыграй еще раз. Если тебе нравится. Замечательно. Алло. А что последует дальше? Бой в бризе, бифштекс по-деревенски. Шницель по-венски имеете? А будь спокойна. Шницельский снимет планы квартиры и сады и сделает следующий ключей. Правильно. Операцию надо проделать в загородных условиях, именно на даче. Не извольте беспокоиться. Виноват. Всю секундочку. Салатик будет по сезону. Какое впечатление произвел на вас Свинтицкий? Очаровательный молодой человек. Только неопытен и горяч. Горяч? Очень хорошо. И потом он болезненно самолюбив. Самолюбив? Очень хорошо. Прибавьте ему жалование. Я просил бы дать мне еще одного опытного помощника. Он уже параллельно работает, номер 12. В своем роде знаменит? Знаю, дрессировщик. Работает у нас с 1914 года. Потом имейте в виду, на этом деле вы можете сделать себе карьеру. Или... закончить видео. Понимаю. Пожалуйста, торопитесь. Одна минуточка. И смотрите, не пережарьте мой шницель. Райт, пойди ко мне! Пойди сюда!
знаете, что такое? Не сметь брать пищу у чужих! Не сметь! Ай-яй-яй, молодой человек, нехорошо. Очень нехорошо так обращаться с животными. Красный галстук носишь, будь готов и прочее, а так нехорошо обращаешься с животными. Эх ты! Вы понимаете, это собака из школьного питомника. Мы должны их подготовить для несения дозорной службы. Это все верно. Только вот бить собаку не следует. Она не имеет права есть пищу, полученную из чужих рук. Это не полагается по уставу. Да очень хорошо. Только ведь надо лаской. Лаской ведь больше сделаешь. Чарли! Чарли! Эрт! Ну что это за собака? Кому такая финтифлюшка нужна? Что? Ой, Чарли, финтифлюшка? Смотри, Чарли! Оп! Оп! Али! Али! Оп! Так! Али! Еще, 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 еще. А, понятно. Пальцы, пальцы. Где? Где? Ох, вот. Вот, молодой человек. И это все одной лаской. А мой Чарли с самых юных лет и до почтенного возраста, в котором он сейчас находится, даже не подозревал, что на свете существует такое страшное чувство, как боль. А ты ремнем. Ай, как стыдно. Ну, вы понимаете? Я понимаю, я все понимаю. Райт, Райт. Осторожно, он чужих кусает. Он злых кусает. Пойди сюда, Райт, пойди сюда, хороший, пойди сюда. Рыбу испугаешь. Добрый день. Здравствуйте. Ну как, рыбочка клюет? Витенька, тихо. Откуда вы знаете, что я Витенька? Я по носу вижу. Мы мешаем, пойдем. Тихо, тихо. Ну смотри. Сиди, сынок, учись. Самое милое на свете дело. Ух ты. А почему вы еще одну не вытащите? Ты же обещал тихо сидеть, Витька. Я тихо. Коля, а кто это в лодке? Да не знаю, Витенька. Лег, Рай. Лег, Рай. Умри, Рай. Ну, умри, родненький, умри. Фу! Дядя Вася! Здравствуй, здравствуй. Ну, как дела? Дела-то хорошо, да вот Райт ничего не понимает. Да что ты? И то он сдвинулся с мертвой точки. А вот мы сейчас проверим. Пойдем. Ну, пойдем. Ну, Райтик, ну, Райтик. Уставу полагается. А ты же говорил, что отец не любит. А я и забыл. Вы извините меня, но здесь территория нашей дачи и посторонние. Простите, пожалуйста, я не знал. Ты посиди минутку, я сейчас приду. Дайте дрессирует собаку. Хорошо, можете идти. Есть. Понимаете, очень уж неудобно скрывать нашу с вами работу.
Мне ведь отец покой не дает. Покажи, да покажи мне собак. Ну, как я такого покажу необразованному? А ты бы сказал, что еще рано. Что на днях покажешь. Да я ему говорила, что на днях. Отец скоро приедет. Как? А разве его нет дома? Никого, все уехали. Что же ты мне раньше не сказал? А что, что? А мы бы успели. Мы бы подготовили. А что теперь делать? Идем на дачу, ты мне дашь кусочек мяса, и, может быть... Пошли! Что это? Идемте, дядя Вася, я вас познакомлю с мамой, с папой, с Надюшей. Идемте. Нет, нет, я с удовольствием, но, видишь, я одет как-то. Да что вы, дядя Вася, они будут очень рады, уверяю вас. Идемте. Да, постой, а где Чарли? Андрейка! Андрейка! Иди, иди, Андрюшка, а я Чарли, где мой Чарли? Когда отыщете, приходите, я жду вас, дядя Вася. Это кто? Ну, здравствуй, Витенька. Здравствуйте. Ты опять? Вик, ты чего забрался в чужую машину? А ну, вылезай быстро, по-военному. Давай, давай. Здравствуйте. Здравствуйте, образцовый отец. Что вы здесь делаете? Где, здесь? Нет. У меня отпуск, а наша дача рядом. Вы знаете, вы очень часто оставляете Витьку одного. Это нехорошо. Я, признаться, даже подумал, что вы его подарили кому-нибудь на память. Ну что вы, ведь я же образцовый отец. Даже образцовый показательный. Я не понимаю, как можно так относиться к ребенку. Ну хорошо вы, но что смотрит мать? В день, когда родился Витька, его мать умерла. Простите. Я, конечно, зря затеяла этот разговор, но я не знала. Я вообще о вас ничего не знаю. Я обыкновенный советский гражданин. Надюша! Простите, меня зовут. До свидания. До свидания. Пошли. Надя, что это за человек? Обыкновенный гражданин. А ты его хорошо знаешь? Не очень. Надо быть осторожнее в знакомствах, Надюша. Ты же знаешь, кто твой отец, и ты должна быть особенно бдительной. Я всегда помню об этом, Толя, мне непонятно твое беспокойство. Да я знаю, что ты помнишь. Но я считаю своим долгом всегда напоминать тебе об этом. Я очень люблю тебя и твою семью. Хотя Никита Демидович, мне кажется, не совсем ко мне хорошо относится. Вот это тебе действительно только кажется. Ты знаешь, его мысли заняты сейчас очень серьезными вещами. Какими? А ведь ты только что сказал, что не нужно быть болтливым. А, верно. А кроме того, Толя, мой отец очень доверяет мне и никогда не вмешивается в мои личные дела. Вот твои личные дела меня больше всего и волнуют. Надюша! Купаться! Пойдем, Толь, нас зовут. Жалко. А мне так хорошо с тобой. И мне. Курица в капусте-то горячий! Надюша!
могу, понимаешь, не могу. У меня горло болит. Хорошо. Спасибо. А почему вы не купаетесь, а? Да так, понимаете, просто удился, что-то горло болит. Скажите, это вашей конструкции? Да, моей. Красавица. Ничего. А что, разве у него скверный летный качество? Нет, не скверный, но бывает лучше. Мы ведь должны... И будем летать выше, дальше и быстрее всех. Никит Демидович, вот скажите, вы бы могли построить самолет, который бы летал со скоростью, ну, допустим, 1000 км/ч? О, мы можем построить самолет, который будет летать очень много километров в час. Знаете, такой длинный-длинный, без крыльев, похожий на снаряд. А почему не строить? Видите ли, у него посадочная скорость пока что равняется... Одним словом, у него очень большая посадочная скорость. И вот он у меня не взлететь, не сесть пока еще не может. Вот что меня сейчас беспокоит. А, стало быть, это только мечта. Мечта? Виноват. А завоевание Северного полюса, это что, по-вашему, тоже мечта? А перелет Громова, Чкалова, Кокинаки? Сами вы, извините за выражение, мечта. Никит Демидович. Не хотел купаться, не хотел. Хватит, хватит. Скорей, скорей. Вот так, хорошо. Ты что-то уронил? Да ерунда. Простая бумажка. Ой, врешь. Из-за простой бумажки так не волнуй. Отдай. Слышишь, отдай. Не отдам. Отдай. Слышишь, не отдай. Не отдам. Если ты мне сейчас не отдашь записку... Почему ты так взволнован? С чего ты взяла, что я взволнован? Ты не хотел купаться, у тебя ведь горло болит. А из-за простой бумажки... Ерунда! Что в этой записке, Анатолий? На, возьми, если это тебя волнует. Что-то было нарисовано, все смылось. Странно. Как же это так неосторожно получилось? Надюш. Мне не нравится эта история. Ну какая история? Просто я думал... Что ты думал? Я думал, ты понимаешь, что это записка от одной женщины. Я не говорю о записке. Мне не нравится твое волнение. Честное слово, это простая ерундовая бумажка. Я не знаю, какому честному слову верить. Тогда у цирка или сейчас.
Алло, Свинтицкий, у вас прекрасный вид. Завяжите туфель, у вас шнурки болтаются. Я надеюсь, у вас все в порядке? У меня все в порядке. Поздравляю вас, Свинтицкий. У вас блестящая карьера. Эта карьера может внезапно оборваться. Знаете, с таким сухим металлическим треском. Меня волнует ваша нервозность. Может, вы сделали, боже упаси, какой-нибудь рискованный ход? Да нет. Мне не нравится ваш вид. Ночью ждите меня сегодня. Нам нужны деньги? Нет. Я могу питаться запахом фиалок. Держите. Очень хорошо. Хорошо, Андрюш, пойдем. Пойдем. Здорово, Андрейка, молодец. Голос? Подай голос. А ну ко мне. Ну ко мне. Очень хорошо. Сядь. Сядь. Сядь, Райк. Дай лапку. Дай другую. Подай голос. Молодчин, Андрейка. Вот мы каких красавцев Алёше подарок отправим. Папа, теперь поздоровайся с ними. Скажи им, что будем знакомы. А как ее зовут? Это Джали, а того Рай. Очень хорошо. Сидеть. Пожалуйте ручку. Пожалуйте ручку. Джали, пожалуйте ручку. Очень хорошо. Очень хорошо. Рай. Ну, очень приятно, Рай. Ну, дай мне лапочку. Дай лапочку. Ну, дай. Ну, дай лапочку. Дай лапочку. Ох, чудный же, батюшка. Чудный, Рай, чудный. Очень хорошо. Ну-ка, дай ей косточку. Джали, дай сюда. Хороши? И этих собак ты готовишь в подарок Алёше? Да. Хороши? Ужасные собаки. Это не собаки, а какие-то финтифлюшки. Да ведь я их новым методом воспитал. Только лаской. Лаской? Служебная собака должна быть прежде всего злобной и недоверчивой. А это... О, Никита, ты что моего собачника обижаешь? Андрюша, пойди сюда. Андрюшенька, я не хотел тебя обидеть, но граница ведь это же не цирк и не игрушка. Как же ты, пионера, не понимаешь? Разве такие собаки Алёше нужны? Андрюша, милый, наши враги стараются использовать каждую щелочку на нашей границе, чтобы перебросить к нам сюда диверсантов, шпионов и прочую, извини за выражение, мерзость. Эти негодяи стараются всеми силами выкрасть у нас наши военные тайны, планы заводов, чертежи. И вот долг каждого честного советского гражданина, значит, вот твой, мой, Надюшин, мамин, заключается в том, чтобы помочь выловить этих бандитов, чтобы они не мешали нам строить нашу замечательную жизнь. Понял? Понял, папочка. Ну, а теперь иди переучивай. Добрый вечер. Здравствуйте. Надюш, мне нужно очень серьезно с тобой поговорить. Хорошо. Это старая история, Надюша. Но я должен был встретиться с этой женщиной. Понимаешь, должен, чтобы навсегда покончить. Я всегда говорил тебе правду. И сейчас говорю, что я люблю только тебя одну.
Я очень виноват, Надюша. Ты недостойна лжи. Но я боялся, что тебе будет больно, если я скажу правду. Но вот так, видишь, еще больнее. Но это никогда не повторится. Ну, прости, Надюша, прости. Уйди, Анатолий. Мне нужно побыть одной. Хорошо. Я ухожу, Надюша. И не приду, пока сама не позовешь. Что ты здесь делаешь? Ты же знаешь, что кроме отца и меня сюда никто не имеет права входить. Как ты попал сюда, Анатолий? Ты извини меня, но я не мог так уйти. И зашел сюда, чтобы написать тебе, может быть, последнее письмо. Вот оно что. Ты, кажется, меня в чем-то подозреваешь. Что ж, правильно. Очень хорошо. В наше время никому верить нельзя. Ни другу, ни брату, ни отцу. Отцу? Да-да, и отцу. А что ж, мало ли инженеров оказались врагами народа? Ты! Мы еще вернемся к этому разговору. А сейчас уходи. Мы еще вернемся к этому разговору. Какое горе пришло. Не плачь. Ну, открой глаза. Я ничего не могу тебе сказать, отец. Надюша. Отец. Тебе нравится Анатолий Синтицкий? Ах, вот оно какое горе-то пришло. Я спрашиваю серьезно, отец.
Ну, поскольку он тебе нравится. И она узнала план своего сада? Да нет. Где там? Но это была очень трудная ситуация. Счастье мое, что она ревнивая и дура. Я с трудом, но рассеял ее подозрения. Пожалуйста. Рассеяли? Ага. А знаете ли вы, что такое вы натворили? Нет, не знаю. Не знаете? Нет. За такие провалы расплачиваются так. Берут такую бутылку. Какой-то непутевый. То вам некогда куда-то спешить и торопить, то ночью в поле один. Почему? Опоздал на поезд, вот и пришлось идти пешком. Хотел был остаться ночевать в городе, да Витька утром проснется, увидит, что меня нет, обидно. Пойдите, я вас довезу. Благодарю. Что за музыка? Сомнения, Глинки. Хорошая вещь. Что это вы такая грустная? Да вот, сомнения всякие. А какие сомнения? Не секрет? Конечно, секрет. Почему, конечно? А потому что секрет. Мне вот один человек сказал, время теперь такое, что никому верить нельзя. Советский гражданин? Советский. Бывает. Паспорт советский, гражданство СССР, а все-таки... Значит, этот человек сказал неправду. А как вы сами думаете? Это у нас-то некому верить. Наша партия. А вы сами, ваша семья... Наши колхозники, наши Красные Армии, а 170 миллионов советских горячих патриотов. Это у нас-то некому верить. Другое дело, что людей нужно проверять, внимательно и зорко проверять, чтобы ни под какой маской не спрятался враг. Да. Так вы с этими сомнениями ездите? Нет. С другими. Я ведь в консерватории учусь. Может быть, композитором буду. Так вот у меня по этой линии всякие. А я вам советую никогда с собой не разрешать никаких сомнений. Обратитесь к какому-нибудь профессору. Он вам и поможет их разрешить. Эти сомнения профессор не разрешит. Вы думаете? А вы попробуйте. В каждой области есть специалисты. Тем более ваши музыкальные. Вы меня извините, товарищ, но здесь близко уже, вы дойдете. Я вспомнила, у меня очень важное дело в городе. Хорошо. До свидания. Всего хорошего.
Пожалуйста, третий этаж направо. Как он один? Да. Соседи на даче. Ну, очень хорошо. Вы пойдите домой, почитайте газетку. Я через полчаса вернусь. Я пришла вам сказать, что... Простите, мне очень трудно сейчас. Я не могу еще сама поверить в это. Ты ошибаешься в человеке, которого любишь, который был так близок тебе. Это очень больно. Вы понимаете? Вот. У меня нет никаких доказательств. Только подозрения. Но ведь я должна сказать об этом. Студент Государственной консерватории Анатолий Свинтицкий, по-моему, враг. Дежурный по управлению слушает. Да. Ну и все в порядке. Успокойтесь, пожалуйста. Спасибо, не надо. Вы очень правильно поступили, что пришли к нам, товарищ Боголюбов. Расскажите подробнее. Сейчас я вам все расскажу. Я застала его в кабинете отца. Он знал, что туда никто не должен входить. И вот там, после очень странного разговора, я увидела в нем совсем другого человека. Он вдруг весь как-то преобразился. Когда он понял, что я заподозрила его, он пытался внушить мне подозрение к моему отцу. К Никите Дмитриевичу Боголюбову. Это страшно. Он грубый человек, этот клоун. Вы на него не обижаетесь. Но вы должны сознаться, что допустили непростительную ошибку. Я знаю. А вы спокойны? Да я спокойный. Вот. С нотами. Я имею в виду план квартир. Это хорошо, хвалю. Но здесь что же так? Бульгарная бумажка. Вот смотрите, Анатолий Николаевич. Работа мастера. Портрет собачки по имени Фунтик. Но на заднем плане Боголюбовский сад. Учитесь. А вы бумажку-то еще навыкли. Ну, а потом при пробе ключей сейфа, так грубо, вы знали, что в квартире вы не один. Да знам, ну что вы меня учите? Спокойно. Да я спокойно. Ну, что? Давайте справлять. Садитесь. Садитесь и пишите. Кому писать? Что? Ну, для оружия-то можно было найти более подходящее место? Кому писать что? И, наверное, не заряжен. Заряжен. Милая Надя. Пишите, пишите. Милая Надя. Я пишу тебе в очень тяжелом состоянии. Написали в очень тяжелом состоянии? Написал. Точка. Я понял, что совершил. Хотите курить? Нет, спасибо. Непростительную ошибку. Ошибку. И из-за этой ошибки безвозвратно тебя потерял. Поставьте точку. Что это?
я потерял. То подпишите. Здравствуйте, товарищ Михайлов. Здравствуйте, товарищ майор. Вам только что звонили из дома. Вы обещали сегодня утром позвонить. Да-да, обещал. Спасибо, Николай, позвоню. Ну, как дела? Инсценировка самоубийства проведена блестяще. Однако наша экспертиза установила, что в момент самоубийства в комнате находилось два человека. А в момент смерти в руках Свинтийского было перо. Вот его письмо. Да, история запутывается. Ясно одно, товарищ майор. Здесь действует целая организованная банда. Да, и ваша задача взять всех до последнего. Понятно. Все нити уже у меня в руках. Но смотри, не горячись. Не упусти момента. И помни, ты лично отвечаешь за порученное тебе дело. Я знаю, товарищ майор. Очень хорошо, что знаешь. Сколько тебе времени еще потребуется? Два дня, товарищ майор. Даю два дня срок. Есть. Здорово. Здорово. Клюет? Ничего. Хорошо, клюет. Можно присоединиться? Чего? Садись. Давно рыбалишь? Порядком. Ты, брат, меня хлебом не корми, а мне взять бы рыбу здоровенную. О, а бывает и крупная рыбка-то. Всякое бывает. Ну, милое дело. До свидания, папочка. До свидания, милый. Ну, смотри, у меня не шелить. Нет, я с собаками поиграю. Ну, хорошо. Рать, фас! Чужой! Фас, фас! Рать, поди сюда! Рать, поди сюда! Эх ты, фистюшка! Забыл про злость. Совсем забыл про злость. Дядя Вася куда-то пропал. Дядя Вася! Здравствуй, мать! Мы ведь с вами совсем забыли про злость. Мы ведь их испортили. Какую злость? О какой злости ты говоришь? О собачьей. Ведь дозорная собака должна быть злобной, ну, недоверчивой, ну, а мы... А мы достигнем всего лаской, лаской. Как я рад тебя видеть, маленький. Дядя Вася, почему вы так долго не приходили? А я не мог, деточка, занят был. Ох, какой я тебе подарок принес. Ты хочешь, пойдем посмотрим. Пойдемте, наверх. Пойдем. Ну, у моего папы таких много. Хотите, покажу? Нет. Пойдем. Нет, знаешь что, давай его запустим. А? Давайте.
Отдохните, устали, небось. Поднимите руки, будьте любезны. Поверните спиной. Больше у вас нет? Нет. Да. Да. Аппарат. Ну-ну, быстрее. Что-то у нас разговор не клеится. Пойдемте, что ли? Открывайте, у вас же есть ключи. Опустите, опустите руки, у вас ведь все равно ничего нет. Пошли. Налево. Извините, пожалуйста. Дайте я. Терпение, терпение, мой дружочек. Еще минутка, и гидра пойдет. Эх, жалко. Снесет течением самолет. Я сейчас. Молодец, молодец, Андрейка. Вырастешь, чемпионом по плаванию будешь. Если вы сделаете шаг, я пристрелю вас. Если вы сделаете шаг, я пристрелю этого мальчишку. Я не сделаю шага. Отпустите, отпустите, мне больно. Молчи. Дайте мне возможность сесть в лодку, и я отпущу его. Я не уверен, что дам вам эту возможность. Стреляйте в него! Побереги, дружок. Я сейчас. Здравствуйте, товарищ Боголюбов. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы что, ко мне? Милости прошу. Что это у вас за чертежи? Это ваши чертежи. Мои?
Этого не может быть. Все мои работы хранятся в сейфе, и вам, по-моему, это очень хорошо известно. Видите ли, у вас на даче задержан шпион, который очень интересовался им и даже сфотографировал их. Виноват. Вы мне позволите взглянуть? Пожалуйста. Это очень важные улики. Товарищ, я ничего не понимаю. Эти чертежи сейчас не представляют никакой ценности. Это мой старый вариант. Верно. Вам не в этот поезд. Пойдемте. Ну, Андрейка, это тебе наука на всю жизнь. Да, этот урок я выучил на всех до последнего. Следствие подтвердило наши данные. Приедешь на работу, ознакомишься. Еще много работы. Да-да, 6-го я уже выйду. Выброси из головы. 26-го. Ну да, 10-го. 26-го. Ну правильно, 15-го окончательно. Лейтенант Михайлов, 26-го. Есть. А пока займись личными делами.
Какие же мне личные дела, товарищ майор? Здравствуйте. Ой, Витька, задушишь. Это тебе. Спасибо. Ну, а это вам. Спасибо. Вы не знакомы? Мой начальник. Здравствуйте. Надежда Боголюбова. Очень приятно. Садитесь, пожалуйста. Спасибо. Кто же вы, папа Коля, если это не секрет? Конечно, секрет. Почему, конечно? А потому что секрет. Да нет, конечно, не секрет. Обыкновенный советский гражданин. Правильно, Николай. Он может сколько угодно считать себя обыкновенным, но для меня он все равно герой. Он достоин самой высокой награды. Самая высокая награда? Это доверие партии и народа, давших ему оружие, чтобы защищать нашу родину от врагов. Я понимаю. Сегодня я докладываю наркому, что лейтенант Михайлов оправдал это доверие. Да, Витька, я тебе покажу. Ты не умеешь. Нет, я умею. А ну, ребятки, давайте помогу освоить машину. Пойдемте туда, здесь нам тесно будет. Ну, а как ваше здоровье? Хорошо. Папа Коля, у меня есть к вам очень важный для меня вопрос. Что такое? Скажите, только искренне, вы любите музыку? Очень. Вы знаете, я была бы ужасно огорчена, если бы вы сказали нет. Я очень люблю музыку. Никому